У эфіры праграма навіны рэгіёна, ў студыі Кацярына Градніцкая. Вітаю вас і сёння ў выпуску глядзіце. Агульны рынак працы, сувязі паміж ВНУ. Маладзёжная палітыка стала асноўнай тэмай пасяджэння камісіі парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі. Незвычайны арт-праект Магілёў у выявах замежных мастакоў змогуць убачыць магілючане падчас дня нараджэння горада. У дзень было плюс 30 градусаў, спякотнае лета 95-га, якім стане сёлетні чэрвень. У Магілёве адбылося пасяджэнне камісіі парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі па сацыяльнай палітыцы, навуцы, культуры і гуманітарных пытаннях. Галоўнай тэмай разгляду парламентарыяў стала маладзёжная палітыка ў саюзнай дзяржаве. Перед пасяджэннем парламентарыі сустрэліся с кіраўніцтвам Магілёўскай вобласці. Наш рэгіён мае дамоўленасці аб супрацоўніцтве з 24 рэгіёнамі Расіі. І такія цесныя эканамічныя адносіны толькі плюс для развіцця маладзёжнай палітыкі саюзнай дзяржавы, было адзначана падчас сустрэчы. Само пасяджэнне стала шырокай пляцоўкай для абмеркавання шэрагу пытанняў. Сярод іх вялікую увагу надалі атрыманню адукацыі з далейшым прызнаннем дыпломаў на тэрыторыі Беларусі і Расіі, агульнаму рынку працы, сувязі паміж ВНУ, валанцёрскаму і студатрадаўскаму руху. Аднак самай актуальнай стала тэма уніфікацыі заканадаўства. Расія пакуль не мае федэральнай канцэпцыі маладзёжнай палітыкі, таму пасяджэнне камісіі можа стаць штуршком для прыняцця адпаведнага закону. В данный случай Российская Федерация есть чему поучиться у белорусов. Мы обязательно изучим закон о молодежной политике, который здесь есть. Обязательно. Потому что в Российской Федерации такого закона нет. Мы обязательно посмотрим, что я думаю, что многие положения этого закона будут применимы к российской действительности. И мы предложим, может быть, даже за основу его взять, не знаю, получится или нет, но положения какие-то из него взять, чтобы в дальнейшем нам легче было гармонизировать то законодательство, которое у нас будет в России, которое уже существует в Республике Беларусь. Вот у нас будет сессия в ближайшие дни, так, и где-то сессия внести такую инициативу, так, на уровне союзного государства, чтобы это началось, союзного государства, и Россию толкнуть, так, даже конкретно, хотя в России тоже прошли уже парламентские слушания по данной тематике, поэтому уже сдвинулось, я думаю, будет идти, но мы, наверное, будем стараться, я, как понимаю, Елена Владимировна, вот, другая позиция, но вместе с тем хотелось бы, чтобы вот это начиналось от нас. Все-таки наша комиссия – это та комиссия, как раз, которая сфера интересов молодежь прежде всего. 1 червеня – Международный день обороны детей. Это одно со старейших международных святов у свете. И от 1950 года его отзначаются у многих краинах что год. У Беларуси у День детей звычайно проходят шматликие акции, святы, але не забываются про то, что каждое дитя у нашей республики мае право на счастливое дзяцінства. У Магілёўскай вобласці жывуць болей за 205 тысяч дзяцей. У параўнанні з мінулым годам колькасць дзяцей павялічылася на 1500, і гэта добрая навіна. Летась у рэгіёне нарадзіліся амаль 13 тысяч дзяцей. Сярод іх 126 двайнятаў і толькі адны трайняты. Павелічэнне нараджальнасці адбілася на тым, што найбольшая колькасць на Магілёўшыні менавіта маленькіх дзяцей ва ўзросце да 7 гадоў, малых болей за 43%. Болей за 80% дзяцей жывуць у гарадах рэгіёна. Дзяцей ад немаўлятаў да 17-гадовых падлеткаў болей хлопчыкаў, чым дзяўчынак. На 100 дзяўчынак 106 хлопчыкаў. Цяпер такія актуальныя суадносіны. Дзеці сёння дасведчаныя і, падаецца, ведаюць пра свае правы, не забываюцца таксама і на абавязкі. Але ўсё ж такі дарослыя павінны няспынна клапаціцца пра іх здароўе, дабрабыт, адукацыю і ўвогуле шчаслівае дзяцінства. А паводле меркавання жыхароў Магілёўшыны, для счастья нашим детям потребны батьки, якія их любяць. Что нужно детям для счастья? Родители, самое важное. Мама, папа, чтобы все близкие уделяли внимание. Ну, наверное, это самое важное. Для счастья? Ну, наверное, забота родительская. Ну, здоровье, конечно, для счастья надо создавать условия для того, чтобы они росли, развивались. Я хотела, чтобы мне я закончила школу и поступила в институт. А кем хочешь быть? Учителем. Надо иметь много друзей, чтобы быть веселым. Я думаю, вот так. А ты счастлив? Да, конечно. А почему ты счастлив? Потому что у меня много друзей, и
И я люблю с ним играть. Весь их мир – это их семья, да? Когда они вырастают, они потом уже как бы извне окружающий мир больше влияет, да? Поэтому как бы для маленьких, конечно, это счастье родителей. Счастье, семейное счастье. Сертификат для набыцця апарата пескатерапіі. Такі падарунак прадстаўнікі абласной асацыяцыі мясцовых саветаў перадалі Магілёўскаму спецыялізаванаму дому дзіцяці. Дзяржы формачку. Звычайная гульня у пясочніцы для гэтых дзяцей часам становіцца цяжкай справай. Выхавальнікі Магілёўскага спецыялізаванага дома дзіцяці кажуць, пескатерапія – адзін з важных элементаў рэабілітацыі малых. Мы хотим приобрести специальное оборудование для пескотерапии. Это шикарный столик, где со световой подсветочкой определенного размера он должен быть. И вось мары ажыццявіліся. Областная ассоциация мясцовых советов депутатов уручила специализованному дому дитяти грошовый сертификат на гэтае обсталяванне. Но это действительно важный аппарат для развития детей, потому что дети смогут благодаря этому с нашими специалистами развивать мелкую моторику, будет способствовать это развитию эмоций. Это все очень важно. Областная ассоциация мясцовых советов депутатов створена недавно. Новая форма работы дала магчимость открыть свой разліковый рахунок, на яким аккумулируют узносы народных абранников. Районный совет депутатов городской вряд ли бы смог сделать такой подарок, какой сегодня мы сделали детям. И я думаю, это направление развития благотворительности будет также наряду с теми основными, которые выполняет ассоциация, будет развиваться и в дальнейшем. Это решение было принято на правлении ассоциации депутатов. И вот сегодня мы, скажем так, в торжественной обстановке и с утренником прекрасным, который нам организовали, мы это сделали. У свята дзяцінства да выхаванцаў Магілёўскага спецыялізаванага дома дзіцяці з падарункамі і сюрпрызамі таксама завіталі прадстаўнікі некаторых арганізацый і грамадскіх аб'яднанняў. Таццяна Сергійчык, Юрый Ауласоў, навіны рэгіёна. Яшчэ адным падарункам для Магілёва ў міжнародны дзень абароны дзяцей стаў парад парасонаў. Рознакаляровае шэсце праводзіцца ў абласным цэнтры другі год. Сёлета колькасць удзельнікаў значна павялічылася, кажуць арганізатары свята. Каля гімназіі нумар 3 Магілёва сабраліся больш за 1000 школьнікаў і навучэнцаў розных устаноў адукацыі. Стылістыка і колер парасонаў самыя разнастайныя. Парад парасонаў, па словах арганізатараў, даў яскравы старт лету і доўгачаканым канікулам. Мы принесли сюда зонтики, так как сегодня пара зонтиков, и нам интересно поучаствовать в таком параде, потому что это что-то новенькое в нашем городе. Сегодня такие зонтиками пришли, все такое нарядное. Всей школы мы просто украсили бантиками. Мы участвуем здесь, потому что сегодня день защиты детей. Пришли сюда встретить первый день лета. По задумцы арганізатараў, парад парасону ў дзень абароны дзяцей як сімвал апекі і бацькоўскага клопату. Але сёлета іх прыйшлося прымяніць яшчэ і па самым прамым прызначэнні. Негледзячы на дождь, крэатыўнае шэсце адбылося. Уладальнікі лепшых парасонаў былі ўзнагароджаны падарункамі, а ўсе прысутныя атрымалі порцыю добрага настрою. Очень весело, как бы, ну, много эмоций, везде такие, ну, радужных, ну, несмотря на погоду, это очень красиво. Я бы хотела пожелать всем счастья, здоровья, удачи, чтобы всех летом все очень хорошо провели время, дети, чтобы хорошо провели каникулы, у них все было хорошо. Новую дзіцячую пляцоўку открыли у Ленинском районе Магілёва. Горки, арэлі, фігуры, жывёл. Былы дваровы пустыр стаў месцам для сямейнага адпачынку. І гэта сумесная дзейнасць. Жыхары набылі матэрыялы, камунальнікі будавалі. Вынік такой працы радуе жыхароў і натхняе іншых зрабіць тое ж у сваім двары. 31 мая тут яшчэ красілі арэлі, жадалі паспець да свята. Цяпер гэта сапраўды утульны дворак. На примере этого дворика я хочу, чтобы в нашем районе и дальше развивалось тесное взаимодействие по благоустройству дворовой территории не только силами коммунальных предприятий, но и с привлечением жильцов. Зрабили своими руками на радость детям. Добрая справа. Для жихаров улиц Якубовского, Тисурганова у Могилеве это не у новину. Практически в каждом дворе что-то есть, и каждым раз все интереснее и интереснее. Вы, я думаю, в этом убедились сами. Поэтому я очень рада, что всем нравится. И к празднику детства у нас такой замечательный двор. Здесь интересно играть, веселиться. Мне нравится сейчас кататься на кольке.
Самая любимая моя площадка. Идея створить дитячую пляцовку належала мясцовым жыхарам. Уже у справу подтримали и совместными намаганиями побудовали городок. Кажут, хутка тут з'явятся еще несколько игровых конструкций. Детям на счастье, а иншим дворам Могилева на заметку. Андрей Шуляк, Виталь Вопсев, новини региона. 9 мастаков из 9 краин света напишут краявиды Могилева. Для удела в арт-проекте запрошены живописцы из Беларуси, России, Узбекистана, Литвы, Македонии, Индии, Китая, Украины и Азербайджана. Выником пленера станет выстава Могилева, чима гостей примеркованная до свята города. Арт-проект «Мой Могилев» задумали специально до свята города и его юбилею 750-летия. Это событие для города Могилева, событие красочное, запоминающее. Что самое интересное, что стили именно изобразительного направления, то есть у каждого художника разные. Это не только в классическом они стиле работают. И поэтому очень интересно, как они увидят, как они изобразят. Нам очень помогало в работе посольства их стран. Удельники пленеру разных узростов. Каждый из них экспоновал творы как у своей краине, так и за мяжой. У каждого свой стиль написания. И будет цікаво, какими яны убачат славутости Могилева и захавают их на полотнах. Место мы выберем все после экскурсии по городу, для того, чтобы гостей вдохновить нашими видами. Впервые Белоруссия, и тем более даже не слышал о городе Могилев. И главной задачей, и главной вот целью является для меня это ознакомление с архитектурными достопримечательностями, конечно, историографией, этнические ваши, в общем, достижения и художественные ценности. Экспозиция под назвой «Могилева очима гостей» будет открыта у День города 28 червеня у выставочной зале по улице Болдина. Каждый мастак напишет по две картины. По завершении выставы работы будут заховываться у фондах Музея истории Могилева. Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов, новини региона. Пешеход, велосипедист, пассажир и водитель. У Бобруйску прошла олимпиада по правилам дорожного руху сярод навученцев 4-7 классов. Школьники выконывали усе гэтыя роли у виртуальном режиме. Але ситуации, якія им пропановывал компьютер, были реальными. Итак, ребята, билет номер 3. Ситуация здесь несложная. Главное внимание. Поехали. 30 питаний, 45 хвилин на отказы. На мониторы самой распаусюдженной ситуации для пешехода, велосипедиста, пассажира и навод водителя. Экзамен у школьников примали соправдные инспекторы. Я первый раз в этом году участвую в олимпиаде по правилам дорожного движения. Нас очень многое готовила наша учительница Зинкевич Ольга Михайловна. Вопросы сложные были? Ну, были не совсем сложные, но... Было где-то и такие. Задания олимпиады по складанности не соступают в учебной программе курсантов аутошкол. До решения билетов усе приступают одночасово. На вынику уплывая не только правильность отказов, але и хуткость. Потом инспектора ГАИ заполняют протоколы, и по этим протоколам жюри подведет итоги. И лучшие учащиеся определенных школ будут награждены дипломами управления образования, спорта и туризма Бобруйского горисполкома. Держаутоинспекция будет удосконаливать систему проведения олимпиады, а у День обороны детей нагадывает водителям про ближнее светло фар, якое допоможет притягнуть увагу юных удельников дорожного руху. Кристина Каранкевич, Алена Кутузова, Сергей Карпяков, Константин Шауцов. Новини региона. И важная тема надворья. Календарный початок лета выдался холодным. 1 червеня синоптики прогнозовали максимальные дневные температуры 15-17 градусов со знаком плюс. До конца тыдня заховается такое надворье. Потеплее только с недели понеделка, говорить у облгидрометеоцентры. Тады можно будет назирать на термометрах и плюс 24. А покуль не летнее надворье, 2 червеня ускладнится мощным ветром с порывами до 20 метров за секунду. Обвешаны оранжевый уровень небезпеки, верогодны навальницы. Увогуле, по словам синоптиков, для червеня у нашей климатичной зоне характерно неспякотное надворье. А у сёлетнім червені прогнозують навод температури вышей за кліматичную норму. И, дарэчы, самое спякотное 1 червені было у 1995 годе, калі у день зафіксавалі больш 30 градусов тепла. А на гэтым пакуль усё добрага вам настрою і до сустрэчы.